В этом опыте я покажу технологию, ну, довольно интересную для хозяек. Очень часто бывает так, что вещи где-то лежали очень долго, они, на них пыль попадала, загрязнились они, то есть полностью и тому подобное. Чистить это щетками, искать щетку долго. Вычистить щеткой, кстати, довольно сложно, особенно велюры, всякие вельветы, бархаты, замши, там, ну, разная ткань. Значит, что я для этого использую? Ни о чем я не думаю, я беру, конечно, вот обычную губку поролоновую. Чем она хороша? Понятно, что ею можно мыть посуду, но чем она хороша? Вот коробочки есть такие для ювелирных изделий, покрытые таким бархатом. Очистить их крайне сложно, они бывают замусоленные и так далее. Чистится вот этой штукой за одну секунду. Превращается в новенький-приновенький. Поэтому поролон вот для всяких очистки одежды от всяких скалок, от зацепок, вот этих всех штук, надо только применять поролоновую вот эту вот подушечку. Значит, показываю. Тут, конечно, все грязное и пыльное. Но достаточно вот так вот сделать. Вот смотрите, показываю. Видите, что происходит? Сейчас. Просто я не струсил эту штуку. То есть сразу мгновенно чисто. Вот показываю. Видите? Полностью. Мало того, приобрела совершенно новый. Смотрите, какой след. Совершенно новый идеальный вид. То же самое дальше. Я показываю. Ну, это какая-то, не знаю, что за ткань. Сейчас. Только обязательно надо струшивать ее после этого, чтобы дальше грязь не распространилась. Показываю. Так. То есть, вы поняли. Довольно чисто, просто. Не надо руками вот это все выколупывать. То есть, в хозяйстве, именно для чистки одежды всяких, вот обычная, дешевая, простая поролоновая, вот кусочек поролона идеально помогает очистить одежду.